Ань, ты центральный защитник. Как часто вообще забивала дубль в своей карьере? Ну, не часто, я могу так сказать. Ну, может быть, второй-третий раз всего. Мы с тобой говорили до этого на интервью. Ты сказала, что себе бы доверила пенальти. Сегодня доверила себе пенальти. Расскажи, что чувствовала перед точкой? Ну, было, конечно, много волнения. Сделала для себя задачу посмотреть на вратаря и пробила в другой угол, который он... Как тебе в целом игра сборной сегодня? Нашей? В принципе, молодцы, что забили 4 мяча, но, конечно, хотелось бы качественной игры. И думаю, что, разобрав эту игру, мы поймем, в чем нужно нам прибавить и где мы были неточны. Марина Федорова сказала, что поле было тяжеловатым для нашей команды. Можешь как-то это прокомментировать? Наверное, она имела в виду то, что мы тренировались чуть на других полях. Здесь оно чуть помягче было, и, может быть, ножки чуть-чуть подсели из-за этого. Что скажешь нашим болельщикам после этого матча? Смотрите женский футбол, болейте за сборную России. Спасибо большое, с победой. Спасибо большое.